Hallo Leute, ich heiße Genoss Atomnik. Heute ich wiederhole Deutsch auf die Stufe A1 mit den Spielen die Sims 1. Ну что, товарищи, миру мир, с вами Атомный Плейбой, я повторяю немецкий язык на уровне А1 при помощи игрушки Sims 1. Вот такая вот фигня, дорогая, блин, братва. Окей, was ich möchte zu tun? Что я хочу сегодня сделать? Их benutze neue Freunde. Мне нужен еще один друг. Ich habe 17 Sternen und ich benutze 18. Мне нужно 18 звезд для того, чтобы финальное получить это самое карьеру, да, звездную. Ну, собственно, в этом я и стараюсь. Окей. Okay. Lass uns einladen Jim somebody. Давайте пригласим. О, Эфир ур, у нас 4 часа, да, зинцюш 5, слишком рада. Слишком поздно. Окей. Их бецели директнюнген. Унд хинцу фюнген. Розес, шварце розес. Их цу фюнге, шварце розес цум инвертархин. Вот так вот, наверное, надо сказать. Окей, okay. Нормально. Was zu machen noch? Что еще делать? Окей, lass uns etwas gegessen. Давайте что-нибудь поедим. Wo sind die schwarzen Rosen? Где у нас черные розы? Окей. Нормально. Pflanze? Nein, ich möchte nicht etwas pflanzen. Ничего не хочу пока садить. Маха их души. Приму сейчас души, души их мих. Und welche Ingredienten ich habe? Какие у меня есть ингредиенты? Eine magische Bohne, одни магические бобы. Zwei Klebstaub. Два у меня этих самых. Пыльцы феи. Героинчика два. У меня, которые можно занюхнуть. Окей. Лезе их дер цаубер. Шафт, почитаю магию. Найн, их кайне бецайунгсшуб. Окей, никц. Нет, это я не хочу. Ферцауберн. Я, ферцауберн, это интересант. Вот зачарование достаточно интересно. Глюклихмахер. Их мёхте кайне глюклихмахер. Не хочу никакого делать счастливого махера. Нахера. Драхен тренен. У меня нету, собственно, слез дракона. Я пихнулся. Драхен тренен. Окей, lass uns fahren bezaubern. Давайте зачарование сделаем. Бутер, гифт пильце и клёпштауб торт. Отлично, так. Ich habe keine Butter, у меня нету масла. Окей, мах бутер делаю сейчас. Масло. Zum Inventar, Inventar. Окей. Инцуфунген. Бутер, забрасываем масло. Гифтпильце. Грибочки. Унд. Окей, унд Клёпштауб. И, собственно, пыльцу. Героинчик. Окей, нормально. Берайт, готово. 19, good. 19 у меня зачарований. Окей, рюфицем на баренан. Зову соседей теперь. Somebody. Плаундерн, поговорим. Окей. Alles gut, все хорошо. Окей, он noch Nachbar. Andere Nachbar, ich möchte zu rufen. Und laden Sie ein. Ich werde Jean somebody zu my house einladen.
Типа так. У нас не разделяется, по-моему, в будущем, насколько я помню. Время. Окей. Руфен зи айн, ум ладен зи айн. Эр, ладен эр айн. Ладе эр айн. Их ладе эр айн. Да, я приглашаю его. Битэ зитседорт. Давайте посидим на грибочке. Унд и... Най-най-най, бегрюсен, хэншультен, пожмем руки. Алло, привет. Ви Гейтсес, как дела? Реден Убер Хоббис, поговорим о хобби. Их конихт Унтерхальтен, развлечь не могу. Убер Зильзельбс, о себе поговорим. Убер Хоббис, Убер Шоубиз, о шоу-бизнесе. Окей, гуд, нормально пока. Убер Хоббис. Убер Зельзельс, снова о себе поговорим. Найн, кайн каце хоть, сегодня никакой кошечки. Их мёхты них... Их мёхты них мит каце этого суфарен. Не хочу с кошечкой сегодня ничего делать. Каце... Файнде... Ноэ фройнден фюр дих. Кошечка, давай-ка ищи тоже себе друзей, а то что я буду постоянно... Окей. Чус, всего доброго, у Мармен обнимемся. Окей. Алес Гемакс, сделали... О, Ахцен Унхальб, отлично, у нас отношения, то что нужно. Арнунга Этлас Гегесен, кое-что покушаем. Унда Цун Туалет. И быстро в туалет. Окей, вундербар, замечательно. Шляфен, спать. Das ist Zeit für Schlafen. Das ist Zeit für Träumen. У нас время спать и мечтать. Пусть тебе приснится голая девица. Lass uns träumen über Körperfrei Kultur Frauen. Да, как-то так, наверное. Окей, good. А, zum Arbeit gehen. Все, отправляюсь на работу, zum Studio Park. Я. Ich bin bereit, я готов. Eine große Sterne zu sein. Готов стать суперзвездой. Окей, zum Fairchild Film Studios, их фары. Отправлюсь в студию Fairchild. Дорту Ингмус на сцене цу шпилен. Там нужно проиграть новые сцены. Хирен. Ген Хирайн. Идем сюда. Окей, шнель. Пожалуйста, побыстрее. Шпилен камп сцены. Давайте сцену боя сыграем. Ну, камп сцены. Сцену боя. Их мёхте кампфсцены цу шпилен. Я хочу сцену боя. Окей, тоде кампфсцены. Давайте вот эту тогда сцену сыграем. Их мёхте цу ш... Я хочу сыграть сцену. Окей, эрбанша сцены. Тогда вот... О, окей. Это у вас из хир. Кто-то здесь у нас. Стартем, начинаем. Их варте, я жду. Кайне Андре Персона, нету других личностей, которые могли бы сыграть. Окей. Тут хотя бы самому можно сыграть. Люстик, 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 драймаль три раза весело. Найн. Неправильно. Рихтик. Никс. Угу. Драматиш, Люсик, драматиш. Драматично теперь, весело. Окей. Правильно.
Окей. Драматиш, люстик, шпанент. Все. Das ist was möchte. Это то, что он хотел. Alles klar, den nehmen wir. Nicht gerade vom Feinsten, aber immerhin ist es noch hell. Ну, также хорошо, но типа что-то недостаточно. А вас, значит, что такое Feinsten? Я хочу перевести, да? Давайте переведем. Feinsten. Перевести. Самый лучший. Не самый лучший, но типа сойдет. Окей, Feinsten это самый лучший. Stein, verwenden. Давайте посетим. Их verwendet diese. Это место. Посижу. Ок. Verbessert meine комфорт. Комфорт улучшил. Окей. Раз. Души их мих. Немного душ приведу в порядок. Он их мих тает вас цуги гесен. Хочу что-то пожрать. Телер немен, давайте. Нема их детейлер, да взять тарелочку. Окей, гуд, кенук, достаточно. Шпилен, нотфаль сцены. Давайте теперь сцену. Стартим, начинаем. Лазасис, что это за фигня? Окей, хорошо. Люстик, люстик, драй мой люстик, три раза весело будет. Рихтс, правильно. Окей. Понятно, первый раз einmal люстик, zweimal драматиш. Так, люстик, правильно, драматиш нихтс. Окей, ich verstehe, люстик und zweimal entspannen. Два раза вот так вот, затянуто, да? Нужно... Окей. Alles klar. Но не все так хорошо. Но типа сойдет. Окей, кампсцены. Пошли сцену боя теперь снимем. Ich möchte кампсцены zu machen. Жду их варте für meine Partnerin. Oder Partner. Жду партнера. Ниманды, да, никого тут нет. Окей. Отлично. Стартим, начинаем. Окей. Ну, кстати, это с джинсом, да? Все не джинсы. Вуд, что такое вуд? Интересно. Вуд. Яростно. Ага. Leidenschaft fair. Вуд. Leidenschaft oder Vertrauen. Посмотрим, что это значит. Гнев, страсть и доверительно. Окей. Вуд, вуд, вуд. Два раза с яростью. Окей. Гуд, хорошо. Я... Эрмак, да, ему это нравится. Ластеца это из них трихтик. Последнее не, неправильно. Вуд, вуд. Лейденшафт. Давайте вот так вот пробуем. Та-та-ра-та, та-та-ра, та-та-ра-та, та-та-ра-та-та. О, да. Я, das ist wunderbar, это просто замечательно. Und, и? Эрмак, да, по-моему, это понравилось.
Okay, хорошо. Гениаль, es ist alles im Kasten. Ich danke dir vom Grunde meines Herzens. От глубины сердца благодарю тебя. Glückwunsch, Genosse, aufgrund deines letzten Erfolgs im Studio Park stiegst du in unseren Star Charts ein Star Level. О, Herr, ja, wunderbar. Ich bin super Sterne. Das mag ich. Мне это нравится. Супер Штерне Геносе Атомный. Супер Звезда, товарищ Атомный. Я супер стар, как, собственно, Брежнев был когда-то. Но я сейчас супер стар, а Брежнев был тогда. Окей, Фарейхеймы, все, отправляюсь домой. Ich habe alles, wie ich möchte. Все, что хотел, то и получил. Ruhm 5 Sternen. Слава 5 звезд. Mag Star. Mega Sterne. 5 Sternen. Die Welt ist eine Auster. Wer hat behauptet, Erfolg mache einsam? Du hast mehr Freunde und Fans, als du brauchst. Auf deinem Weg zum Ruhm hast du natürlich auch einige Brücken hinter. Okay, ich möchte zulesen alles. Хочу все прочитать. Hinter dir abgebrochen. Aber daran erkennt man einen wahren Künstler oder ein wahres Genie. Kein Wunder, dass deine Fans den Boden küssen, auf den du gegangen bist. Du hast es dir wirklich verdient. Wie süß das Leben doch ist. Fragt sich nur, wie lange noch. В общем-то, мир у твоих ног, как ты их хотел. Это разве не это не победа? В общем, у тебя больше друзей и фанатов, чем тебе нужно. Твоя дорога к славе, конечно, были там камни на этой дороге, но ты их преодолел, и, собственно, там, где ты проходишь, твои фанаты целуют эти места. Вот такая фигня. Вот. Собственно, одна из причин, почему я не хочу становиться, на самом деле, супер знаменитым, потому что, я не хочу постоянной лжи, постоянного вранья. Вассерферд. А что он собирается сделать? Ich habe keine Preise, но у меня никаких призов нету. Und и... Er tut nichts. Он ничего не делает. То есть, да, я не это самое. Ну, то есть, когда мне постоянно какой ты замечательный, какой ты классный, на самом деле это мешает развиваться. Потому что, то есть, удовольствие от там успеха, все это нужно получать, это правильно, да, и мне нравится получать удовольствие. Но когда чересчур много хвалят, это уже даже идет во вред. Вот что я хочу сказать. Как если что-нибудь поедим у ног шлафен и пойдем снова спать. Их шлафен. Шлафен! Давайте спать. Окей. То есть, блин, мне не нравится, когда мне вот постоянно рассказывают, какой я замечательный там или классный или суперовый, что лучше в мире там нету. Понимаете, мне люди такое говорили, я с такими людьми не общаюсь. Вот мне вот это задоцеловательство, оно мне не нравится, вот оно мешает. Мешает развиваться. Потому что, несмотря на какие-то мои успехи, понимаете, у меня все равно есть недостатки и есть к чему стремиться. Вот. А если мне постоянно задницу целую, то это ведет к тому, что нету желания развиваться. Поэтому вот так вот. Вот почему я не хочу большого количества фанатов. Да и кроме того, понимаете, много людей есть сволочи, да, и когда большое количество фанатов, то в том числе и среди них есть сволочи, там, еще всякие эти. В общем, не хочу я. Мне нравятся уникальные люди. Те, которые там эмоционально меня могут поддержать, и материально поддержать, и помочь чем-то развиться вот в плане новых знаний там и прочих вещей. Души их миг.
Каце, вас мёхтен за... Чё ты хочешь, Штрайхен? Их мёхтен цу душен. Я хочу немного душ принять. Окей, хорошо. Штрайхен, ну давай ещё поиграем с тобой. Каце... Гибен Кайнвек. Нам кот не дает, кошечка не дает никакого пути. Махай их душек. Все, душ пойдем примем. Окей. Унда гейх шпилен. Все, идем теперь играть. Гибен Суперштерна. Я суперзвезда. Теперь просто этот статус нужно удерживать. Шпильтмир. Кнудель. Давайте обнимем. Окей. Кейборд шпилен. Вундербары Каца. Прекрасная кошечка. Поиграемся с ней. Их Магдир. Мне она нравится. Хунгер. Все, кошечка пошла спать. Умничка. Окей. Ну, я добился, что нужно, да, то теперь можно как бы чуть-чуть расслабиться. Энергии шляфен, больше проводить времени с кошечкой. Заниматься ей, играть. Можно даже будет снова ее сводить на призы какие-то, да? Воин in my cats. Где моя кошечка? А, здесь шляфст. Она спит. Окей. Не буду ей мешать. Шальте, их шальте das bot. Das Robot ein. Включаю робота. Und ich möchte nicht zu arbeiten im Erde. Не хочу сегодня работать в земле. Lass их тренируем их. Давай я себя лучше потренирую. Вас мастикаться. Что кошечка делает? Шпильтмир, Штрайхен. Кнуден. Танцен. Lass uns танцен. Lass uns singen. Noch tanzen, давайте еще потанцует. Wie geht's, Katze? Как кошечка? Как дела? Ich habe gewonnen. Я привел. Ich bin Superstern. Я теперь суперзвезда. Окей. Du Katze ist die Katze auf die Superstern. А ты кошечка? Кошечка суперзвезды теперь. Окей, хиншпринген zum Loch. Сейчас прыгаем. Ну, вас их бенуц. Их бенуце Дитренен дес драконес. По-моему, мне нужны слезы дракона. Я, да. Окей. Десхальб мус их дорт. Фарен, вот почему нужно сюда отправляться. Окей, хорошо. Вики. Реден, пойдем поговорим. Ласен с Реден, Мидзи, поговорим с ней. Их ферштей, ви шпили, дизе шпили. Я теперь знаю, как играть. Окей. Кто-то снова обкурился. Нох Этверхат Грюхт. Окей. Вижу где. Лёсен Алес. Все сейчас потушим. Окей, окей, стартим. Продолжаем. Auf löse dieses Ruche auf. Давайте весь этот дым прогоним. Конопляный. Но я скажу так, что по аудитории, конечно, у меня не получается пока заинтересовать нормальных ребят с деньгами, которые бы могли бы пожертвовать какие-то деньги на канал, на
покупку других игрушек, за плату интернет хотя бы. Я не думаю, что он что-то большее может быть, да? Ну, вот так вот, по крайней мере. Хотя хотелось бы, да, хотелось бы, в том числе, чтобы были такие люди, которым нормально, в принципе, достаточно денег дать, чтобы приобрести, допустим, новый ВЧ, электронный восличительный чемодан. Пускай даже бэушный. Die Scheiter Sache mit der Folge hast du gut hinbekommen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Aber die Händler Gewerkschaft hast da ihre Verschuldung. Zur Zauber Vampiren. Ага, дала мне что-то от вампиров. Окей. Драхентренен купим вот сейчас. Нох. Драхентренен. Еще купим слезы дракона. Und kann ich kaufen Drachenschuppen, Drachenspielzeug? Ich kann nicht Dragen Eier zu kaufen. Не могу пока купить драконьих яиц. Их мёхты кайны магиши штумхот. Не хочу сегодня никаких представлений делать. Окей. Game to house. Отправляюсь домой. Ich kann die letzte Zauberschaft fahren. Могу теперь последнее заклинание сделать. Окей. Хоник, Драхен und Клёпштауб. Мед, слезы дракона и героин. Окей. Фюнген, Хоник, Цу. Давайте бросим. Я даже не понимаю, как разделить эти слова, да? Вот бы кто-то подсказал бы. Окей. Данах их Фюнгена. Драхентренен Цу. Потом забрасываем вот эту штуку. Alles gut mit meiner Katze. С кошкой все хорошо. Und letzte и последний Клёпштауб. Давайте Хинцуфинген. Бросаю туда, собственно, героинчика. Варю. Du hast einen neuen Zauber entdeckt. In deinem Familienzauberbuch. Окей, вундербар, замечательно. Zauber nachlesen. Почитаем. Wie ein Blitz der Inspiration kanalisiert dieser Zauber neuen Naturgewalten in einem semi-realen Strang, der dann in elektrochemische Impulse umgewandelt wird, die auf die amusungslosen Sims aufprallen und diese in einem Lebens Tunnel versetzen. So einfach ist das. Spiele jedoch nicht mit der Liebe, sonst kann die Erzeugung der Impuls empfindlich gehört werden. Я вообще ничего не понял. Импульс какой-то и все такое. Я их alles gemacht. Я все сделал. А их бенутся филе клёпштаубы. Мне сейчас нужно будет много пыли, гифтпильцен, унбутер и масло. Окей. Их мёхте цу креирен филе гномен. Я хочу много сейчас гномов сделать. И таз, нужна ли мне вот эта штука? Их во сне, их даже не знаю. Und... Das ist gut Platz für Gnomen. А вот и хорошее у нас будет местечко для гнома. Окей.
Nichts kann gehen dort, никто туда не может пройти. Und die Gnomen da. Ну, слепен дорт. Ну и гномы будут вот тут вот жить. Окей. Good. Хорошо. И бенуться энергии. Энергия мне нужна. Лясон с душей их мих. Сейчас приму душ. Он да geht zum schlafen. Ich möchte gute эротики траумен. Хочу хороших эротических снов. Чтобы мне приснились. Okay. Letzten Zeit keine Erfolge Sturberkang, du Star Charles up. Чё такое, что? Почему? Ich muss alle Zeit arbeiten dort. Я типа постоянно должен там работать. Ich verstehe das nicht. Я это не совсем понимаю. Мог шпилен еще. Давайте поиграем. 17, у меня 17. Окей, их muss mit Freunden zu sprechen. Нужно с друзьями поговорить. Окей, нормально. Арнунг. Вернуться дас. Und Nachbar rufe их. Зовемся соседу. Somebody jeans. Окей. Laden Sie ein. Laden rein. Приглашаем его. Окей, хорошо. Давайте оплатим счета. Тут что еще? Рецепты. Почитаем рецепты. Окей, их обязательно gemacht, я все сделал. Секретные рецепты, на секретные рецепты тоже приготовил. Морен кухон. Кухон, по-моему, вот это только не делал, как я... Морковные какие-то печеньки, я даже не знаю, вкусно ли это. Begrüßen, entschuldigen. Пожимаем руки. Окей, umarmen freundlich, обнимаем дружественно. Uber Hobbies, еще поговорим. Freundlich mit Reden, снова про хобби говорим. Зипцин, 17 у нас пока. Freundlich, Reden, снова поговорим. Чус умармен. Да, попрощаемся и тоже обнимем. Окей, их бенутся 2 пункта кохен, мне нужно еще 2 пункта готовки сделать. Окей. Okay. На бар их. Руфен, еще одному, одной соседке сейчас позвоню. Окей. Lass uns sie einladen. Давайте пригласим ее. Окей, Зирюбер Комен, она придет скоро. Эспрессо тринкен, выпьем немножко кофе. Бегрюсен, поздороваемся. Окей, Умармен, обнимем. Фрондлих, пока я могу только ее дружественно мне танцем. Лангзам, медленно потанцуем. Lass uns tanzen. Будем танцевать. Über Hobby, со хобби поговорим. Nein? Не, Зиме хочет nicht zu tanzen. Она не хочет танцевать. Über Hobby, снова. О хобби поговорим. Вкус инфлюктик. Давайте быстро, легко ее поцелуем. Флага. Реден, снова поговорим. Их нихту Мармен, обнять ее не могу. Нихт, твою ж мать, нет. Варум, это Алис зашлях. Че у нас все так плохо?
И конь ту мармези, я ее даже обнять не могу. Окей, чус, прощаемся у Мармен. Окей, нормально. Вейшлав, отправляюсь спать. Бис некстем маль. Чус, кеносен. До следующего раза, товарищи. Пока, суль.